ходе антитеррористической операции в Казахстане задержано более 3000 человек, ликвидированы 26 вооруженных преступников, 18 ранены. Число погибших правоохранителей возросло до 18. Об этом сообщает МВД республики. В Кызылординской области проводится антитеррористическая операция. На сегодняшний день в городские больницы обратились 168 человек. 77 из них госпитализированы, в реанимации находится 38 человек. В Шымкенте после погромов сильно пострадали объекты городской инфраструктуры. Здание «Туркестан-Сарае» и одной из строительных компаний выставочного центра. В настоящее время в городе создан оперативный штаб. В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях минувшей ночью массовых беспорядков не было. Ситуация, по заверениям местных властей, тоже под контролем. В Туркестанской области к обеспечению правопорядка подключились гражданские активисты. Работает оперативный штаб из числа представителей правоохранительных органов под председательством акима области. В Акмолинской области ситуация стабильная. В регионе созданы народные дружины по инициативе общественников. Они также помогают в обеспечении общественного порядка. В Атыраусской области к вечеру 6 января основная группа протестующих покинула площадь самостоятельно. Ситуация в Алматинской области полностью находится под контролем местных властей. Принимаются меры по нормализации обстановки. Создан региональный антитеррористический оперативный штаб. В результате беспорядков за медицинской помощью обратились 68 человек. Госпитализированы 17.